Типа, Михаил Николаевич Кочетков говорит, если ты лобать не мастер, не поможет Каподастер. У него даже поэма о Каподастере. Вот, я когда смотрю на него, вспоминаю, и вот это для вырывания зубов, я как-то попал к зубному, зубной оказался парень веселый, он мне говорит, если хочешь выйти из состояния стресса, сходи в парикмахерскую, то мне, открывая глаз, сразу шасть к зубному. Он глаза открыл, из реанимации вышел, стресса нет. Проверено, я написал такое посвящение. Как судьба моя судьба, вечности осколок. Погадай мне на зубах, добрый стоматолог. Бурмашина зажужжит, рот несчастный сплюнет. Ты мне правду расскажи, любит или не любит. От рождения 32, а по жизни 8. Увела меня зима через лето 8. Из картона грубого вырежу я елку. Десна ведет дугами тёкну в тихомолку. И опять начну с нуля, весело обеспечен. Очень добрым стану я. Битку завтра.